Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры продолжают искать детей, пожилых и инвалидов. Поисковый отряд «Лиза Алерт» во время пандемии выезжает только на экстренные вызовы в масках и перчатках. Если мы выезжаем на такие поиски, то выезжаем мы по 2 человека. Эти двойки из группы из 2 людей, да, они, как правило, на период карантина не должны меняться. Люди, которые находятся в этих двойках, оснащены, соответственно, средствами индивидуальной защиты. Это перчатки, это маски по возможности. Также это защитные очки и это респираторы. Но с этим чуть дело стоит сложнее, потому что их нет в достаточном количестве на настоящий момент. Всю основную часть работы мы стараемся производить в социальных сетях и с помощью средств массовой информации. Поэтому, естественно, мы просим всех граждан в настоящий момент особое внимание уделять ориентировкам и их распространению. Главное правило отряда «Лиза Алерт» в нынешней ситуации – соблюдать все необходимые меры предосторожности. Поэтому волонтерам приходится ограничивать активные поиски и выезжать в экстренных случаях. С начала апреля у нас уже было 6 заявок. Из них 2 заявки на подростков. В настоящий момент отрядом ведется работа по поиску Зинина Александра Игоревича. Молодой человек, 29 лет. Он нуждается в медицинской помощи и может находиться как в любом районе Рязани, так и в соседних городах. Огромная просьба посмотреть внимательно на ориентировку и по возможности разместить ее в социальных сетях. И если у вас появится какая-то достоверная информация относительно местонахождения данного молодого человека, просьба незамедлительно сообщить ее либо сотрудникам полиции, либо по нашему горячему номеру. Это номер 8 800 754 52. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей обращать внимание на ориентировки в соцсетях, а еще оставаться дома на период самоизоляции.